Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. И сегодня нереально крутой контент. В первый день обновления записываю я его с аккаунта Демона. Самое забавное, что это тот же сервер, на котором я снимал другой аккаунт IBO, если вы помните, который скупал все паки. Так вот, со мной вышел на связь еще один игрок с ником Демон, и он также на этом сервере играет и донатит огромное количество денег. Так вот, сегодня он проспонсировал контент для моего канала. Значит, на его аккаунте мы будем открывать 300 новых призывов. То есть мы по факту получим камень для новой ся. Друзья, чтобы вы понимали, данному аккаунту 36 дней. То есть чуть больше месяца. И на вот этом новом аккаунте, абсолютно свежем, мы сейчас будем крутить новую ся. Итак, прежде чем мы начнем, мы должны выбрать слева и справа двух героев, которые нам будут выпадать с повышенным шансом. Слева, как вы видите, здесь можно выбрать абсолютно всех метовых героев. Я, кстати, не понял, почему Крус выбрался, он как-то автоматически. Но Демону не хватает еще 5 копий для ся, то есть для того, чтобы скрафтить ее на 15 звезд. Точнее, 4 копии. Соответственно, слева я выберу копию ся, а справа выберем, к примеру, Кэрри. Давайте сразу посмотрим, сколько копий Кэрри на этом аккаунте. Мне кажется, что ее вообще нет. Да, друзья, Кэрри вообще нет, поэтому она лишней точно не будет. Кэрри, она прям получше будет для свежего аккаунта, чем Рассел. Поэтому будем качать, точнее искать именно ее. Итак, 280 сейчас на руках и также 20 вот этой штучки новой валюты должны прилететь за достижение. Ну что, приступаем. Первая десятка. Каждая единица вот этой валюты, если на нее не донатить, стоит 1500 гемов. Соответственно, цена вот этой всей валюты просто нереально большая. Итак, первый призыв. Здесь нам выпадают только пятизвездочные герои, как вы видите. Поэтому за эти призывы прилетит очень много корма. И, кстати говоря, смотрите, Амонрашку уже выбили. Я почему-то на это сразу не обратил внимания. В общем, самое главное, чтобы корма прилетело максимально много на фракцию Альянса, для того, чтобы мы максимально быстро скрафтили эту новую ся. Вот так вот, кстати, призывы показаны. Довольно-таки классная анимация. Интересно, тут как-то сортируются герои? Да, видимо, самые крутые герои в конце. Хотя нет. Забавно, кстати, что самый последний герой досмог. Также за эти призывы нам дают дополнительную валюту, вот эту сверху, за которую мы сможем купить еще следующий камень, если он потребуется на следующего Void-героя. Поэтому на этом аккаунте сразу, скорее всего, появится и второй Void-герой, который должен выйти. Кстати говоря, уже показали трейлер, в котором предварительно показали, что следующим героем должна стать королева. Поэтому ожидаем. Готовьте, заготавливайте королеву теперь на всех аккаунтах. Карим, Таннер, Сяшка, отлично! Гру, королева также пригодится. Еще один Гру, еще одна королева. Сиера, Маргарет, еще одна Сиера. Но самое главное, что Сяшку вытащили, отлично. Продолжаем. Давайте по центру вот так два круга соединим. На самом деле, то просто для какой-то визуализации, то есть это никак не влияет, я прям уверен, на шансы. Грабга, Собиратель Костей, Рой, Таннер. Ничего толком нормального не дали с этого призыва. Еще десятка. Смотрим. Два Фегана. Кстати говоря, очень много героев света и тьмы, как вы видите. Мираж. Убийца драконов. Алерия. Ну, что-то нормальное будет. Нет, вообще перестало давать. Давайте проверим. На сяшку 3,5, точнее 3,7% уже шанс. На Кэрри 1,5. Ну, Кэрри мы пока ни разу не получили. Ух ты, смотрите, я все абсолютно круги соединил.
Сяшка сразу прилетает. Это вторая уже копия получается. Нам нужно еще две, и тогда мы сможем заменить на другого героя. Валькирия, Карим, Темная Синда, еще одна королева, Бессонный и Сяшка. Две Сяшки за призыв. Сколько это получается? Ага, они, кстати, сразу выпадают в сумку. У нас тут выходит 7-8. Нужна еще одна копия. Продолжаем. К сожалению, так как это новый аккаунт, мы ее прям сразу на 15 звезд с большой вероятностью не скрафтим. Но на этом аккаунте теперь будем пытаться прям максимально быстро ее прокачать на максимум. То есть она должна тащить прям нереально круто, как вы понимаете. Кровавый клинок. Последняя копия Ся. Супер. Самое главное, чтобы еще одна не упала. Потому что она будет лишняя. Все. Нам теперь хватает всех Ся. И теперь мы будем ролить вот здесь Рогана. То есть нам нужно огромное количество Роганов. Еще раз проверяем, тут 9 копий, да, все. На 15 звезд нам хватает. Так, нам не сюда. Отлично, все, теперь ищем Кэрри и Рогана. Кстати, Кэрри до сих пор так и не получили. Давайте буду все круги соединять. Такое чувство, что шанс реально повышается. Очень часто себя выпадали. Теперь мы будем искать Роганов. Также, чем больше, тем лучше, потому что бафы Рогана улучшают... Ся получает в два раза лучше бафы от Рогана, чем другие герои, так как она киллер. А по киллерам баф x2. Норма. Густа. Кристиан. Смертопоклонник. Эдга, блин, еще это все перекрафчивать придется. И самое главное, мы можем упереться в место еще, то есть места может не хватить. Давайте следующую десятку сразу по центру соединим. Кстати, интересно, можно один кружочек соединить просто или нет? Уже 717 тысяч этой валюты, и Кэрри прилетает. Отлично, первая Кэрри на этом аккаунте. Первая Кэрри. Пока ни одного Рогана. Смотрим далее. Разрушитель, Карим. Темный Фанелла какой-то, король Бартан, Рой. Акаша, Сиера, Акаша еще одна, Глен, Маргарет и более ничего. Кстати говоря, после этих призывов я вам покажу количество, людей, которые задонатили на эту новую ся. Оно прям раз в 8 больше, чем на Android серверах, друзья. То есть это с iOS устройство я сейчас открываю. То есть это iOS сервера. Они отличаются от Android серверов. То есть тут абсолютно другие игроки. И здесь уже, по-моему, 45 людей, которые задонатили на эту новую ся. А на Android я вот недавно делал стрим, там всего 6 человек было. То есть разница просто огромная. Уже почти 1 000 000 этой валюты. И, кстати говоря, один шарик можно нажать. И Роган сразу прилетает. Вот так вот. Попал в точку, в прямом смысле. Костяной генерал. Стойкий му. Еще один генерал. Бэмби. Вторая Мишелька. Дух. Ламп. Ну, один Роган уже есть. И шанс сбивается. А нет, смотрите, шанс, кстати, остается. А в каком моменте он сбивается? Потому что я тогда получил 2 сяшки, и шанс был снова 1%. 1%. Странно как-то. А ну что, если нажать пропустить ролик? Как это будет выглядеть? А, ну оно просто откроет. Нет, так неинтересно. У нас еще 140 призывов, плюс 20, которые должны прилететь. Ради такого контента можно и посмотреть.
То есть, как вы понимаете, чтобы скупить вот эти все паки, которые куплены сейчас для открытия того, что мы сейчас делаем, нужно потратить $2000, друзья. Темная Синда, вождь, второй Роган, отлично. И вот шанс вернулся на единицу. Скорее всего, когда два героя выпадают, он обнуляется. 130 призывов еще. И, кстати говоря, я посмотрел, что на этом аккаунте нужна еще одна копия Тикса. Поэтому слева я выберу Тикса. Нам нужно получить еще одну копию. Чтобы там два Тикса вообще скрафчено. И два Тикса будет на этом аккаунте на 15 звезд. То есть это, конечно, вообще жесть. И мы получаем еще одну кэрри. Я случайно пропустил. Но мы получили еще одну кэрри на этом аккаунте. Это прям максимально круто. Давайте снова соединим все кружки. Уже свыше миллиона этой валюты. Напоминаю, что всего нужно 5 миллионов для того, чтобы купить новый камень. То есть, если вы донатите на вот эти паки, вы помимо того, что получаете сразу вот этого нового героя Ся, так вы еще получаете огромное количество валюты на следующего героя из этой фракции, которого вы сможете сразу скрафтить. Следующий герой, как я и сказал, предположительно это будет королева, она должна появиться к концу года. Была информация, что появится к концу года. Два досмога, кстати, прилетело. Мне бы этих досмогов, да на мой аккаунт с досмогами. Это была бы вообще пушка. К сожалению, не две кэрри. Давайте теперь по центру. Поступь ветра, АВР-ка. Разрушитель. Молот шторма. Еще один молот. Три молота подряд. Георг. Послушник. Микея. Гру. Нет. К сожалению, из того, что мы выбрали, ничего. Вот так вот давайте какую-то крокозябру нарисуем. Еще одну копию Тикса, пожалуйста, игра. Комат, но это не то. Отлично, копия Тикса. Все, мы меняем на Рогана снова. Мы снова меняем на Рогана. Это прям замечательно. Хотя там нужна еще одна копия Хоруса. Ну ладно, не будем с Хоросом спешить. Все-таки эти призывы довольно-таки дорогие, поэтому... Там просто 8-звездочный Хорус, которого в идеале бы прокачать на 9. Хотя, возможно, ради корма стоит. Стоит забустить Хоруса для того, чтобы забрать эту копию и не держать этот корм мертвым грузом. Вот я всем советую, кто начинает играть в эту игру... Если вы начинаете крафтить какого-то героя, у вас минимум должно быть 3 копии его. Для того, чтобы вы могли его, если что, использовать на корм. Если вы начинаете крафтить с 2 копий, соответственно, вы его не сможете прокачать на 9 звезд. Бат. Микки. Волтер. Собиратель костей. Гру. Таннер. Так, а ну интересно, а вот 3,5% на Рогана. Если я меняю на Хоруса, этот процент обнуляется или нет? Нет, процент остается, кстати. Это очень хорошо. Так, давайте еще проверим по копиям. Во-первых, 2 копии Рогана, помимо 10-звездочной. То есть нужно еще 2 копии Рогана. Не, ну в любом случае его нужно искать. Поэтому Хорус пока отменяется. Вот если бы Роганы уже были на 15 звезд, тогда можно было бы еще подумать. Крутим далее. Старейшина Древень. Волтер. Еще один Древень. Еще один. Аспен. Что ты тут забыл? Мы Аспена не ставили. И выпадает копия Рогана. Нужна еще одна копия. Кровавый клинок. Смотрим. Ага, а, все, смотрите, шанс обнуляется.
нужна еще одна копия Рогана. Тогда можно будет сменить там в теории на кого-то другого. Например, на какого-то Шерлока, который также тут крафтится. Так, Михаэль. Безликая. Ламп. Железный Бэмби. И Малат. Зекис. Нифига. Нифига нужного. Открываем. Древень. Головорез. Сиерра. Маргарет. Маласса. Рыцарь кошмаров. Можно учить имена вот по этим призывам. Еще один рыцарь. Талия. Накия. И ничего нужного. Давайте последнюю нажмем. Может быть, последний керри прилетит. Веса. Костяной генерал. Стойкий му. Мираж. Еще один стойкий му. Друзья, уже почти 2 миллиона этой валюты. На этом аккаунте еще даже в приключения не заходили, чтобы вы понимали. То есть почти наполовину следующего героя. Керри, отлично. Третья керри за эти призывы. Еще бы Рогана. Еще бы забрать Рогана. Последнюю копию. Кстати, смотрите, на Рогана 5,3%, почти 5,5%. Итак, друзья, последняя десятка, и потом мы забираем еще с достижений еще 20 призывов, 20 камней, по идее, там должно быть. И еще одна керри прилетает сразу за тем призывом с керри. То есть две керри подряд. С 20 камней. Рыцарь кошмаров. Два раза ликер. Так, все, призывы закончились. Это получается у нас 280. Мы заходим в достижения и получаем вот эти камни. Да, нам нужно нажать множество раз. Насколько я понимаю, достижение на 20 это максимальное. По крайней мере, мне сказали, что можно только 20 получить с этого достижения. Видимо, смотрели у Барри или еще у кого-то. Так, подождите. Вот это 20-й? Да. Все, ровно 20. Продолжаем. Еще два призыва у нас. Нам еще нужно получить последнюю копию Рогана. Давайте вот эту точечку. Сразу Роган прилетает. Ну, там шанс был, конечно, вы сами видели. Очень высокий. Зекис, Владыка, Густа, Смертопоклонник, два штуки, Кристиан. И давайте, знаете, что сделаем? Выберем Хоруса, просто испытаем удачу. Если он выпадет, тогда там вот этот корм разморозится, который сейчас там заморожен. Будем надеяться и соединим полностью все точки. Пожалуйста, Хорус. Да смог. Костяной генерал. Бэмби. Норма. Еще один Бэмби. Еще одна норма. Зекис. Михаэль. Эдга. И камень, друзья. Вот как выглядит получение камня. Камень за 300 призывов. Раньше вы его получить никак не можете. Теперь мы переходим к самому основному, куб эволюции. Выбираем 10-звездочную ся, она заблокирована, нам нужно ее разблокировать. Вы можете обменять абсолютно любой звезды ся на вот эту Space Time ся. Соответственно, мы выбираем вот эту. Потом она будет прокачиваться точно так же, как обычная ся. То есть вы можете не париться по этому поводу. Она прокачивается копиями той же ся. Старой, я имею в виду. Итак, вспышка меча ся.
нажимаем «Соединить», «Поменять», точнее. И мы получаем, друзья, впервые вот эту новую ся. Также давайте посмотрим то достижение. О, кстати говоря, очень много ресурсов прилетело. Самое главное, что золота много прилетело. Ага, я нажимаю на альянс, но она уже не фракция альянса. И здесь мы можем прокачать ей уровень. Аккаунт, конечно, супер свежий. Сейчас попробуем сразу с помощью нее подраться. Посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Так, ей сет нужен сразу самый крутой, который возможен. Давайте вот этот стикса снимем. Отлично. Что касается артефакта, что у нас по артефактам есть? Ну, кстати говоря, вот эту реверберацию можно влепить. Или же с Гаруды корону снять, не знаю. Жезл Жоя оставим на этом. Так, окей. Что у нас получается? Камень пока прокачивать не будем. Вот ее личная наука, кстати, которая должна качаться. Качается она за вот эти камни. Камней этих нет. Кстати говоря, можно залететь в новый контент. В новом контенте, кстати, я тут немного накосячил. Я хотел по-быстрому слить энергию и начал не с той клетки, промахнулся. Поэтому придется идти уже понизу. Но тут нужно было заходить вот эту в таинственную пещеру. То есть в нее заходить выгоднее. Давайте попробуем подраться с новой ся. Как вы понимаете, кстати, тут наука еще толком не выкачанная. Поставим ее в первый слот и посмотрим, что из этого получится. Наука на киллеров абсолютно не качалась. То есть там какое-то здоровье, по-моему, выкачано и все. Сейчас проведем бой вот здесь и также залетим на арену еще. Ультует Тикс, ультует Гаруда, но тут, конечно, от ся импакта никакого пока. Ее нужно прям максить. Вот мы получаем вот эти звездные осколки для прокачки науки ся. То есть это очень важно проходить вот этих всех противников. Окей. Давайте залетим на арену, с кем-то подеремся. Ага, вот смотрите, с Ректом можно подраться. Он довольно-таки жесткий, топ-2. И давайте на него нападем. С новой ся. 141 уровня Феникс. Аккаунту 36 дней. Хотя Гаруду можно в первый слот поставить. Окей, полетели. Конечно, команда лютая. Два Тикса уже стоит. Дрейк, Роган, Гаруда. Да, вот контратаки уже пошли от новой ся. И Гаруда завершает. Ну, тут сложно будет сейчас, конечно, понять, на что она способна. Но, друзья, еще раз повторюсь, это свежий аккаунт, 36 дней, поэтому в ближайшее время пытаемся замаксить ее на 15 и показать ее там на тех же боссах. То есть посмотрим урон, как это будет вообще все выглядеть. Я думаю, что интересный контент получится. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте лайками, если было интересно и полезно. Пишите ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Thank you.